Bang & Olufsen H95. К 95-му юбилею компания выпустила обновленную модель наушников. На сегодня это флагман компании. Овальная амбушюра на магнитах из натуральной мягкой кожи с пеной внутри. Чаша с поворотным механизмом для удобной посадки и комфорта. Размеренное распределение веса наушников на голове. Я тестировал их не один час без намека на дискомфорт. По ощущениям напомнили Bose 35. Каркас из алюминия, износостойкое оголовье улучшили управление наушников. Шумоподавление регулирует кольцом на левом наушнике, а громкость на правом. Разъем Type-C плюс разъем 3,5 мм. Наушники требуют прогрева. Характер звука фирменный и узнаваемый. Немного приукрашен, что придется по вкусу меломанам. Сравнивая с Bang & Olufsen H9, звук сочней и красочней. По сравнению с теми же PX7, мне не хватало открытости на середине, но картина поправима фирменным эквалайзером. Автономность – одно из ключевых улучшений. Время работы до 38 часов, при выключенном шумодаве – до 50 часов. Обновили встроенные микрофоны, которые стали лучше работать для передачи речи и шумоподавления. Доступен режим Transparency Mode. Вы более отчетливо слышите все вокруг. Bluetooth 5.1 с IPT с низкой задержкой и меньшими потерями. Как и остальные продукты Bang & Olufsen, это комфорт и престиж, а не аудиофильство. Но в целом наушники интересные. Приходи на прослушку и поверь своим ушам. Салоны SoundMag открыты для прослушивания в Киеве, Днепре и Одессе.